Всем привет. Всем привет. Вот это я. Здрасте. Занимаемся спортом, я вижу, да? Ладно, начинаем тогда. Начинаем, да. Посмотреть робота. Твоего и твоего. Нашего. Нет, это наш общий, да. Ну, я и говорю, твой и твой. Ну, я... Ну, типа, твоего и твоего. Сказал... Блин, вы понимаете логику мира? Это элементарная вещь. Логику сами-то не понял, ну вот. Начинаем. Тут у нас надпись. Я не могу прочитать. Это надписи, ну, я на китайском не читаю. Wolfenstein The Neverwinter. Это название игры, а это надпись, по идее, серии игры, там, потому что The Wolfenstein The New Colossus. The Neverwinter, да, вообще-то. Wolfenstein. А. The New Order должен быть. А это что за коробочки? А, это декорации для локации из битвы роботов, там, потому что в игре он, ну, на локации такой обитает. Лунатика. Это типа кто-то плохой. А ну, можно я поуправляю? А нет, давайте. Вы поуправляете, иди, пожалуйста. Он не загрузился еще, он еще не загрузился. А, вот. А робот реально крутой. На данный момент вы можете смотреть. Ну, как он не особо механизирован, но все же механика. Вы можете смотреть, сейчас покажу. Нужны детали. А. Погоди. Да блин, у меня перестало... Ну да, я понял, но детали надо посмотреть. Я хотел попозже, но давай сейчас. Тут все круго детализировано. Ну, короче, супер. Вот посмотрите верхнюю часть. Ну, вот тут сферы, полусферы, это все. Тут все кругое, механическое. Я даже не понимаю, что происходит. Ну ладно. Дальше, голова. Голова тоже круглая, сфера бомбическая. Турбины вообще. Это линза. Пустировка линза энергии самой. Энергии, с помощью которой она атакует. А, давайте покатайся. Там можно пушки открывать, вон на орудие, смотри. Смотрю. А у нас на орудие. Как будто из какого-то этого. Какого-то фильма про каких-то жуков. Космических. Ну, да, но это на соты, потому что похоже. Ну, типа... Это робот, да, это робот-пчеловод, так надо будет назвать. Окей, назову так видео. А правильнее будет назвать лондонский наблюдатель. Ну, это лондонский наблюдатель, но... А можете палки ударить, он ходить может? Нет, ходить он не может, там механизм сложный был бы. А можно я? Палки ударите? Но это чересчур сложно. Ну, нам времени не хватило, у нас все время ушло на детализацию. Ой-ой-ой, падаем. Ой. Так лагает, это краш серверов. Поэтому он и был закреплен. Это краш... Это машина для краша серверов. Краш серверов. Ну, знаешь, там блоки металла уходят в минус 7368. Я даже летать не могу на джетпаке. Кольца нельзя назвать, правильно. Ой, можете удалить, пожалуйста. Гучи. Нет, а бобота. Сейчас я его, пожалуй, перезагружу, потому что его лучше не отпускать, он плохой. Он сейчас сильно залагает. При правильной установке должен быть не спеша падать резко. Из-за того, что механизмы... Главное так, что они шатаются немного. Ой-ой-ой, вот поэтому... сейчас сервер лагает как. Хорошо, что хотя бы не динамитом взрываем, а то вообще такое будет. Не, мы взрываем динамитом, все было абсолютно нормально. Да, Артём? Не, мы динамитом взрывали нижнюю часть, верхнюю мы не отрывали. Нет, верхняя отрывается там, поскольку механизм крутящий. Типа, если там задеть механизм, то там отвалит, он пополам. Ну, в общем, тут, да, там сервера ложатся, так вышло. Ух, это же... Я живой, вы чё? А, ну, штука детализированная, поэтому мы, наверное, много куда ещё попадём. В каком смысле много куда? Ну, много куда. В Chill Studios, к Джесси на обзоры, всяким другим ютуберам. Ну, начинаются съёмки, супер-пупер. Интересно, а это... Ну, ладно. Ну, штука такая, короче. Там, если что, вперёд, назад он разворачивается, кнопка вправо, она открывает. Я понял. Чё, попробуем его взорвать? Взорвать? Ну, на свой страх и риск. Давай, на мой страх и риск. За компьютера не боимся. Советую вам начинать с нижних ступеней. Давайте начнём сверху. Давайте я всё заминирую, если хотите. Сколько у тебя динамита? У меня 30. 25. Ладно. Давай, детонируем этого мощняцкого робота. Сейчас у нас от сервера ничего не останется. Так, сейчас... его заанчорить, чтобы он при развале не лагал. Там, не, давай, разанчор, так надо. Бедный, ну, Сондер, он на телефоне. Ладно, сейчас. Минируем полностью. Сейчас выйдет Сондер. Стой, пока не взрывай, сейчас я тоже подорву в один момент. Да я минирую. Ты на две кнопки, если что, нажмешь, я тебе там поставлю. А. Оно не минируется. О, бедный Сондер.
Чё, давай, три... Пойдем. Три, два, один... Во! Взрывай! Смерть. Всё, начинается. Сколько тут тысяч блоков, скажите просто. 10 тысяч блоков металла. Сейчас будет много мусора. 10, да, 10 тысяч блоков металла. Ой-ой-ой, сколько мусора. Ой-ой-ой. А вы смотрите, одна из станок выжила. Взрывай дальше, если я хочешь. Я качественно ноги делал. Бедный робот. Бедный взорвай. Сервер. Ага. Мы создали эти искусственные звезды черного цвета. То есть мусор. Вот так засоряется планета Земля каждый день. А мы еще. А это вот хочешь. Знаешь, как в мультике Валли, там где он на орбиту выходил, там мусора много было. Вот так. А, это наш мусор туда прилетел просто. Очень много нашего мусора. Через воронку времени прилетели в прошлое. К Валли. В будущее. Не, в прошлое. Он же в прошлое. Ну, мультик же был, да? Нет, Валли он же в будущем, там... Ой, ладно. Короче, мусор долетел в будущем. Преодолел границу миров, избил того-то в мультик. Ну, все, такой робот.